Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного центра по контролю за прекращением огня. Об этом на прошедшем под руководством президента Владимира Путина совещании о российском миротворческой миссии в Нагорном Карабахе заявил министр обороны Сергей Шойгу. В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач.